Ну что, всем доброе утро. Мои ребятки еще спят. И я решила приготовить завтрак, пока они спят. Пойдем опробуем чудо-технику. Если честно, вот смотрите, получается, здесь есть блендер. Вот уже я заготовила манго. И здесь есть тостер. Короче, хочу попробовать технику. Если честно, тостером я впервые пользуюсь, поэтому как-то не подвернулась под руку. Вот. Сейчас посмотрим, что у нас получается. Утром всегда я пью кофе. Ну, что, попробуем тост. У нас есть вот такие вот. Раз, два, три. Так, вот. У нас есть вот такой вот хлебушек для тоста. И мы сейчас из него будем делать красоту. Так, тарелочка нам понадобится. Включаем этот чудо-прибор в розетку. Так. Короче, первый раз готовлю тосты. И не знаю, как это делается. Ладно. Смертельный трюк. Так. Нажимаем кнопочку. Так, а что это не работает? Опять не работает. Что такое? Я должна загореться, что он работает. Нет, ну вообще. Ой. О! Вот ржачка. Вот понимаете? Ой. Понимаете, то, что человек, который ни разу этим не пользовался, смешно даже вообще. У меня, короче, сплошные эксперименты. Я экспериментирую петличку, тостер. Интересно, он сам вылезет или надо его? Короче. А, надо вот так вот сделать на двоечку. Типа легкая обжарка. А то еще спалю. Короче, надо поставить стульчик здесь. Чувствую, эта песня долгая.
Я даже не знаю, оно автоматически отсюда вылазит или... Или надо самим подталкивать. Мне кажется, самые путешествующие туристы – это китайцы на первом месте. О, готово. А, горячие. Так, мне надо позажаристее сделать в этот раз. Позажаристее сейчас. Сейчас мы сделаем. Хоп. Так. Возьмем. Все-таки стояла, значит. Ой. На четверку. На четверочку сделаем. Так. И запускаем. Вот. Самые путешествующие туристы – это на первом месте китайцы. Их больше всего здесь, в Таиланде, по крайней мере. А на втором месте русский. Вот там вот мы там жили, со всех сторон были русскими. И сейчас мы здесь живем, и там два домика уже вот буквально вчера заехали, позавчера заехали, тоже русские. То ли предпочитают больше как бы для брони русские, вот как это назвать-то, деревушку, что ли, домики эти. То ли и правда русских больше всего, не знаю. А, кстати, хотела, вот подостыли уже, вот такие получаются. Мы их будем мазать джемом ананаса. Не знаю сейчас, как буду делать манговый фреш, потому что мои еще спят, а шуметь не хочется. Короче, вот этот вариант. Вот этот вариант я жарила на двойке. А вот сейчас я жарю на четверке. Посмотрим, насколько зажаристый получится тост. Кофе купили тоже в супермаркете. Ну, такой. Не такой, как вот пакетированный. А для кофемашины я его просто завариваю в кружке. Я уже давно такое кофе пью. Что-то как-то пахнет зажаристо. Горячие, аккуратно. А вот эти уже получше. Ну, мне кажется, надо все-таки попробовать на тройке сделать. Не, ну классная вещь, оказывается. А я что-то игнорировала раньше. На троечку сделаем. Попробуем на тройку. Это, короче, получается минуты. Здесь получается 1, 2 минуты и 3 минуты. Ну, давай запускаем. Короче, все просто. Вообще, как 2×2 — 4. Так, а здесь я думаю, что надо вот этот налет, потому что у нас со льдом будет. А лед мы тоже покупаем. В 7-Eleven он продается. О, уже покрылся инеем. Ахаха. Смотрите, какой ледок. Замерзла на ночь. Вчера в Тесколотосе купили вот такое масло. Я думаю, нам хватит на несколько дней его. И для тостов купили вот такой вот сырок. Сыр дорогой. Сыр стоит вот такой 6 пластиков, 65 бат. 65 бат
Это 130 рублей. Дорогой сыр здесь, в Таиланде. Да и колбаса тоже дорогая. Сосиски надо выбирать. Сосиски вот мы взяли неудачные. Дешевые не берите сосиски. Мы взяли, короче, за 45 батов. Там 6 штук. Это сколько получается? 80 рублей. Они не очень вкусные. Соевые, короче. Смотрите на четверке, какой получился хлеб. Сильно, мне кажется, зажаристый. Папа у нас любит такой. Папа съест. А вот на тройке уже то, что надо. Сейчас покажу, как на тройке. Короче, на этой вот в этом тостере делайте на троечке. Будет идеальный вариант. Так, я отключаю тостер. Он нам больше не нужен. На сегодня. И теперь мы будем делать манго джус. Я сейчас пока отключу, почищу манго, заготовлю его, все заброшу в этот аппарат под названием шейкер или как там его, кухонный комбайн Philips. И буду пробовать делать манговый фреш дома. Короче, вот дошла очередь до блендера. Я решила попробовать вначале забросить чуть-чуть льда и проверить, как он шумит. Если он сильно шумит, то тогда я буду делать это, когда мои проснутся уже. Так вот, лед. Вот манго. Я его подготовила, нарезала пластиками. Косточка у манго тонкая, и вдоль нее очень удобно ножом пластики срезать. Значит, вот эта крышечка, она, видимо, должна вот так вставляться, ее кто-то вытащил. Ну, попробуем сейчас. Ой, блядь, он громкий. Короче, дождемся. Блядь, пиздец. Короче, лед там просто подлетает, как я не знаю кто. Жесть вообще. Может, сверху накидать манго? Сейчас, подождите. Должна быть же какая-то палка, которую туда подсовывать этот. Короче, сейчас мы сверху накидаем манго. Посмотрим, что у нас получится. Ну, он реально громкий. И сейчас выйдет папа и скажет: мать, мать, ты что тут делаешь, мать? Тебе заняться нечем. Иди полежи, позагорай. Но нет, я же не могу. Вот вы спросите, нафиг надо приезжать вот там на этот в Таиланд, на отдых, там на море и готовить, брать там. Ну, некоторые думают, там брать с кухни и готовить, да? Нафиг надо. Дома, что ли, не наготовилось? Надо отдыхать. Мне даже мама об этом говорит. Но я от этого удовольствие получаю, то, что я готовлю. Мне нравится приготовить самой и скушать. Я думаю, что таких, как я, гурманов много. В общем, такой блендер, он лед не особо перемалывает. Поэтому мы сейчас просто сделаем манговую смесь, а лед уже будем добавлять в конце.
Манго очень дешево стоит в Теско Лотусе. Вот так. Смотрите, у нас есть режим соки, да? Есть режим лед. Лед на таком режиме не разбивается. Ну, по крайней мере, должна быть еще одна принадлежность, которая подсовывает туда лед через эту дырку. Такая длинная палка пластиковая. Ее нет. Вот. Ну, и я просто взбила, получается, на этом режиме сок. И добавила льда. Сейчас пока, ребятки, у меня проснутся, лед растает и будет такой свежий фреш. Вот и все, в принципе. А сейчас вот у нас есть такие тосты. Есть джемик ананасовый, масло, сыр. И еще перед тем, как они проснутся, пожарю яичницу с сосисками. И будет американский брекфаст. Так я уже не могу дождаться, когда они проснутся. Они так спят долго вообще, я не знаю. Я вроде себя не считаю этим жаворонком, да? Ну, такое нечто среднее между жаворонком и совой. Люблю поздно ложиться и рано вставать. Не знаю, мне не спится тут вообще. Скорее хочется на море, если бы вы увидите на нашем канале, какая тут красота. Конечно, нам не повезло немножко. В первый день, когда мы вышли на море, там нанесло мусора. Про это тоже видео покажем. Потому что, чтобы вы видели, да, то, что первое впечатление – это обманчиво, да. Ну, бывают такие моменты, когда и дождь, и мусор наносит. Вот, хочу. Что я хочу-то? Вот эту штучку я хочу. Короче, вот эта штучка, больше двух ее нельзя пить. Но она такая вкусная. Ну, это как вроде как кофе получается. Стоит 10 бат всего. 20 рублей, представляете? Энергетик 20 рублей. Вообще, сказка. Очень вкусный. Вкуснее Red Bull. Жалко то, что у нас не продается такое. Остановились мы в домике номер 939. Кстати, хотела вам, друзья, показать такую фишку этого городка. Не знаю, как там. Но вот эти все дома большие. Вот этот, да, это большие дома. Они стоят чуть дороже белых домов. И еще дороже вон тех вот домов, которые вдалеке разноцветные. Вот. Но эти дома, у них, как бы, не знаю, может быть, со временем сделать такая особенность. Для взрослых это как бы нормально. Ну, ничего такого. А вот для детей как бы здесь не очень играть, потому что здесь нет газона. Вот в том домике в белом у нас ребенок хорошо выходил, по травке гулял, и ему нравилось. А здесь такого нет, но если только вот в том домике, ну, я так поняла, что он занят. Вот. А там дальше, получается, вообще они все в гору идут. То есть, если вы с ребенком, то как бы, ну, вот эти еще вот тут русские с детьми живут. Еще более-менее. Ну вот я уже до дерева с коляской дошла и вообще просто тяжко. А каждый день это с коляской подниматься туда-сюда, ну, скажем так, не очень. Вот, да и вот это вот, ну, опять же, красная земля, я не знаю, как бы, она такая грязнючая. Но здесь, по крайней мере, смотрите, вон там есть камера. То есть можно спать спокойно за свое имущество. Если честно, мы вообще такие, я не знаю, наивные, что ли. Или просто верим в то, что если как бы не думать о плохом, то и ничего не произойдет такого. Мы домик оставляем незакрытым.
И ни разу у нас не происходило ничего такого. Потому что когда ключ вытаскиваешь, все, электричество отключается, кондиционер не работает. Но в этих домах, хотя еще более-менее, это каменные дома, они держат прохладу. Но вот в тех домиках, я не знаю, там, если отключить кондиционер, мне кажется, вообще жарище будет. Ну, мы вот в Белом были доме, мы не отключали кондиционер, просто закрывали дом и уходили. Ну, закрывали дверь, оставляли дом открытым и ключ оставляли там. Вот. Такие вот дела. Жалко то, что у нас не записался обзор про тот домик первый, в котором мы остановились. Он очень клевый. Я попрошу, кстати, Пашу. Кстати, Паша – это администратор этого вот подпоселка. Он занимается распределением жильцов, да, новых. И я оставлю ссылочку под видео. Можно к нему обратиться в Viber. И также у них этот отель, он также можно бронировать Booking.com. Ссылочка под описанием. Вот такие вот дела. Еще попробую, попрошу Пашу, чтобы он нам дал еще раз заснять этот домик для нашего канала. И для вас, мои дорогие друзья, чтобы вы видели альтернативы выбора жилья на пляже Чайчет. Пляж Чайчет очень красивый. Единственное, что вот во время дождей с реки приносит мусор, иногда его срывает со дна просто. И вот он плавает. Попались мы на такой случай. А так мы общались с русской, которая здесь живет, женщина. Вот. На пенсии они живут с мужем, зимуют здесь. И она сказала, что за весь сезон это только второй случай такой. А так море чистое и хорошо. Вот так вот. Так что имейте в виду. И подписывайтесь на канал Maribel Info. Ставьте лайки, пишите комментарии. Мы будем очень рады пообщаться с вами. Задавайте свои вопросы. Пишите, что нравится, не нравится. Мы очень гибкие в этом плане. Готовы подкорректировать что-то. Или в следующий раз предусмотреть ваши пожелания и снять об этом видео. Все, пока. До новых встреч.